Владимир Щербацевич. Родился в 1926 году в городе Минске. Отец мальчика был военнослужащим, мама Ольга Федоровна работала медицинской сестрой. Когда фашисты оккупировали Минск, Володя вместе с мамой становится членами подпольной организации. В квартире Щербацевича и раненым воинам оказывали медицинскую помощь, переодевали в гражданскую одежду, которую собирали среди родственников и знакомых. Много раз Володя выводил людей из города к партизанам, помогал советским военнопленным бежать из концлагерей, размножал и расклеивал листовки. В одной из групп оказался провокатор. Володю, а затем его маму, бросили в фашистские застенки. В гестапо юношу зверски пытали, но Володя держался стойко и никого не выдал. 26 октября 1941 года Владимир Щербацевич был казнен гитлеровцами. 14 апреля 1971 года приказом номер 2 Владимир Щербацевич зачислен в батальон белорусских «Орлят».